Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас впервые в обзоре лапша рамен сапора мисо от фирмы Сунаоши Made in Japan. Мисо-суп обычный, не острый, как обещали. Лапша обычная для запарочки. Появилась у нас тут на рынке. Так что вскрываем. О-о-о-о. Лапшечка тут такая нормальная. Плотником так уложена. Похоже, наш хуй влазит в тарелька. Ну, сейчас чуть подломаем. Итак, а приправ тут всего лишь один пакет. Но я уверен, что японцы все сделают четенько. Это же японцы, блядь. У них всегда все четенько. Высыпаем. И заливаем. Ну, стандартная процедура. 5 минут. Итак, братва, запарился наш мисо-суп. Небольшой косячок с моей стороны. Тут написано, что надо ее проваривать. Но лапша мягкая была, поэтому мы ее просто залили кипятком. Ой. И сейчас будем пробовать. Да, абсолютно заварилась, так что не переживайте, можете это делать с чайника. Что по вкусу? Соленоватый, может, чуть больше воды надо было налить. Но в целом вкус насыщенный и кайфовый. Не острая. Ну, как перец тут есть, но абсолютно, блядь. Лапша очень вкусная. Она толстая здесь, хотя для запарки, заметьте. Получается, запаривается свободно. И порция здесь, ну, учитывая небольшую пачку, ну, довольно-таки нескромная, скажем так. Своих денег стоит. Японцы, как я и думал, не обманули. Молодцы. Куплена эта лапша в нашем чудном магазине Азия Хаус, Ленина 64А. Также есть он на Жмайлова 4Б и в ЖК Суворовский. Точный адрес не могу сказать. Ну, в общем, короче, ребята, покупайте правильную лапшу в правильных местах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч.